Друзья, совсем недавно в позапрошлом нашем ролике мы рассказывали вам, сколько по информации американского издания New York Times из их источников на самом деле украинская армия потеряла БМП Брэдли во время своего контрнаступления. Более подробную информацию об этом вы можете посмотреть здесь. Ну и в комментариях под этим нашим роликом некоторые наши зрители написали, что 15% это много. Справедливости ради, потери обороняющихся окопавшихся оккупантов по БМП приблизительно такие же, как и у наших, поэтому позвольте здесь с вами не согласиться. И главное, ни один славный украинский воин не погиб в этих БМП, что в очередной раз доказывает, что американская техника, вопреки воплям в залесских СМИ, много лучше, чем не имеющая аналогов в мире ведра с болтами и гайками. Но не об этом сейчас, а о том, что США срочно выделяют Украине дополнительные БМП для дальнейшего контрнаступления. Так, как теперь стало известно, США готовит новый пакет помощи Украине, включающий в себя бронемашины Брэдли и Страйкер для наступления. По данным источников издания Reuters, Соединенные Штаты объявят о новом пакете во вторник. Пакет включает в себя оборонную помощь для Украины на сумму до 500 миллионов долларов. Ожидается, что в него будут включены 30 боевых машин Брэдли и 25 бронетранспортеров Страйкер, сообщил изданию один из источников в Пентагоне. В общем, друзья, ни Брэдли, ни Страйкер в ближайшей перспективе у ВСУ не закончится, это точно, кто бы что ни свистел за поребриком. Ну и не стоит забывать о том, что буквально на днях на фронт ВСУ отправили пару десятков не менее, если не более, технологичных и качественных шведских БМП CV-90. Так что залезться, как говорил классик, рано радовались. Будет им и Брэдли, и CV-90, и новые танки Леопард, если что. Поэтому подписываемся на канал, жмем колокол, палец вверх и все остальные правильные кнопки и ссылки под роликом. И будет вам и плюсик в карму, и, как мы любим говорить, огромный зачетище.